Приветствую вас, друзья! Спасибо, что вы со мной, и благодарю вас за поддержку. Вот сглаз, очень такой коварный негатив, воздействует даже на тех, кто в него, собственно, не верит. И если вот сразу этот негатив не снять, то он может держаться на человеке очень долго. Это ведет к потерям сил, к потерям энергии, к потерям здоровья и к упадку в делах. Я расскажу сейчас о простом ритуале, вот который поможет вам самостоятельно снять себя с глаз, вот этот негатив, с себя или со своего ребенка. Вот что для этого нужно? Вот, конечно, это не зависит от фазы Луны. Вот как только почувствовали на себе вот что-то подобное, или, может быть, ребенок стал вести себя как-то не так, капризничать, плачет все время. Ну, как правило, это бывает после общения, ну, с каким-то конкретным человеком. Так вот, прочувствовали это, сделайте так. Вот если снимаете с себя, нужно хорошо, вот тщательно так умыть лицо холодной, ну, или прохладной водой. А затем насухо вытереть полотенцем. Вот полотенце заранее возьмите такое, вот которое не жалко будет выбросить. И вот в процессе, когда вы будете вытирать лицо, вытереть, еще раз повторю, нужно насухо просто. И вот в этом процессе произнесите такие слова, вот такой заговор. Не просто даже произнесите, а вот вникая в смысл каждого слова, скажите так. Взгляд чужой, глаз дурной. Себя, вот называйте свое имя, смываю, полотенцем вытираю, да прочь из дома моего истинно. Если снимаете этот негатив, ну, со своего ребенка, точно так же прохладной водой умойте ребенку лицо и шею, насухо вытерите, полотенцем вытрите. И заговор скажите такой. Взгляд чужой, глаз дурной, с дитя, называйте имя ребенка, смываю, полотенцем протираю, вытираю вернее, да прочь из дома моего истинно. И вот полотенце это сразу же нужно завернуть в пакет, ну, и выбросить в мусор. Вот сразу же, как только провели этот ритуал, вынести обязательно из дома. И вот после проведения этого ритуала вам, может быть, захочется отдохнуть. Вот такое часто бывает. Лягте, поспите вот столько, сколько хочется. Вот когда проснетесь, почувствуете, что как будто гора с плеч упала, как будто груз какой-то сбросили с себя. То есть почувствуете легкость, и ваши силы очень быстро восстановятся. И еще, друзья, вот как снять порчу с себя самостоятельно, буквально за 30 секунд. Обязательно посмотрите видео, которое всплыло. Вот там все подробности. Благодарю вас.